Я с этой стороны, ты с этой встречаешься, ты опять разбираешься. Да. Стынга дряпка. Стынга дряпка. Посади за голову. Идем. Смотри. Ты посадила? Смотрите, так, девочки, ты на вправо-влево, зеленый Сейчас специально.
Это вот будет первый день, и вместо троса
Для того, чтобы вы послушали. Я тоже. Все, до свидания. Понятно, да? Значит, все. Группу нам открыли. Ваша задача стараться все-таки приносить сменку, переодеваться, ну и тренироваться. Это самое главное. Так, сейчас что? Сейчас мы поработали. Даже без разминки, что очень плохо, но вам делать очень аккуратно, там заспили, но это просто случайно. Значит, сейчас каждый, я даю мяч, ваша задача. Вы подкидываете мяч. Раз, вверх. Один раз. Ловите мяч. Дальше. Подкидываете мяч. Посмотрите, как. Видите, да, движение? Раз, два, три. У вас руки прямые. Вы должны за счет этого подбить мячик и поймать. У вас есть волейбол, у вас тренер по волейболу там. И он очень хорошо относится к тем, кто хорошо играет в волейбол. Поэтому надо уметь играть. Так, девочки, куртки. 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 Золото. Сережки. Порву тебе цепочку. Я цепочку сниму. Спасибо. Спасибо, хорошо. Значит, надо как-то их закрывать. Ну, потому что тебя могут раз и зацепить. Вот кого зацепили? Вот ее зацепили. Начало бороться, ее зацепили. Так. Сеточку снять. Так, где она? Сюда, пойди. Вот сейчас специально поставлю. Вы что? Золото. Потом после такие проблемы родители сделают. Так. Еще раз. Даю все мячи. Еще раз. Берете мяч. Подбрасываете. Раз. Ловите. Подбрасываете. Оп, туда вот так. Ловите. Отсюда. Раз. Ловите. Отсюда. Оп. Ловите. Понятно? Понятно. И, пожалуйста, вот лампы не стоять. Теперь так, без курток я не пущу. Или куртки, я вот вам всем дал куртки, одеваете, не знаю. Кто в куртках вышли? У вас там и пояс должен быть, и девочки взяли. Все, пошли, начали вот там играть. Мальчики, ко мне. Так, мальчики здесь, девочки там. Все, пошли. Подальше только. Пожалуйста. Что ты волейбол играешь? Надо задание какое? Дай сюда. Вот чудо ты. Руслана, Аиша. Аиша играет. Хорошо. Так, здесь не сиди, пожалуйста. Здесь становится. Здесь у нас хорошо. Вот это. Вот, иди сюда, иди сюда. Вот, иди сюда. Кто разговаривает? Как это форму, не буду я сейчас перейти. Не могу установить тренировку, искать для тебя тренировку. Пошли, пошли. Андрюх, оставь. Пошли, 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 пошли. Пошли. Стоп, опять. Положили, буни, ниндзя. Еще раз, посмотрите внимательно. Еще раз, посмотрите внимательно на руки. Нельзя так держать. Так ударишь, он будет летать прямо, прямо, прямо. Кулачок, кулачок, раз. Вот этими местами играть. Иди сюда ко мне. Вот так. Руки, раз, два. Раз, выпрямь. Посмотрите внимательно, где мячик как бьет. Вот. Видите где? Не тут, а вот здесь.
вот здесь мяч идет. Вот ножка впереди. Присесть, встать. Еще раз. Присесть, встать. Вот это ты смотришь. Раз, два, пошли. Сергей, я беру. Да. Оставьте вот на вот тоже. Хорошо. Одевай курточку, не оставляйте. Ну, посиди. Перестань играть, не знаю, можно лишь играть. Сергей Анатольевич. Да, я могу лишь играть. Сергей Анатольевич. Да, до свидания. Все, шаг. Пока. Пошли, не вижу. А, туда. Впереди. Так, кто может три раза над головой? Раз, два, три. Попробовали. Пошли, раз, два. Стоп. Посмотрите внимательно. Стоп. Это на головой, да? Посмотрите еще раз. Вы посмотрите внимательно. Нет, видите, посмотрите, как ваши ноги. И вы начинаете под головой играть вот так руками. Нет, здесь нужно играть за счет ног. Ноги играют, баскетбол, что мяч. Все игры играются ногами. В хоккее защитники бегают назад. Нет, хорошо. Бегают назад быстрее, чем лицом вперед. Футболист, то же самое. Защитник, он бежит назад, лицом, он смотрит сюда и все видит. Очень быстро. Еще раз, посмотрите. Ножки собраны. Раз, два, три. За счет ног. Вот. Открыто. Там как раз открыто. Дома. Даже. Еще раз. Ты или я? Ты ответь, но больше так не делай. Все как бы. Так, пацаны, пошли. Три раза. Раз. А где ножки? Где ножки? Вот где ножки. Печали. Печали. Стоп, стоп, стоп. Посмотри, папа. Отсюда, держи меня туда. Посмотрите еще раз. Посмотрите сейчас. Нет, вы играете, смотрите, вот так. Поэтому мячик летит в разные стороны. Еще раз, посмотрите, посмотрите. Оп, видите, движение какое нужно. За счет ног. Пошли снизу. 3, 5. Ты кулаками играешь. Да. Ты кулаками играешь. Ты плечами играешь. Слушай меня. Стоп, стоп, еще раз. Ногами. Стоп. Да, возьми. Посмотрите, стоп, внимание сюда. Сейчас делайте как я. Ваша задача поймать мяч. Раз. И остановить. Вот отсюда. Оп. Пожалуйста, подбрось. Оп. И поймать. Вот, пошли. Подбросить и поймать. Подбросить и поймать. Не высоко. Хорошо. Стоп. Матем. Сейчас. Мяч. Мяч. Еще раз. Сели на колени. Жену. Положили рядом мяч. Поезд. Дечевой. Петей. Чинчой. Плотен. Пошли. Отжимания. Я вчера... Ничего, как можешь, так и делай. Знаешь, что тренер любит? Знаешь, что тренер любит? Когда человек делает и не говорит, я могу, не могу, сделал и все. Так, хорошо, молодцы. Теперь смотрите внимательно. Стоя на месте, не двигаемся никуда, ни туда, ни сюда. Еще раз, у вас культура физики. Девочки, не умеете играть. Баскет.